которая сможет заряжать гаджеты при ходьбе. Американские ученые сделали обувь, которая способна заряжать любые гаджеты при ходьбе. Это изобретение смогли создать два ученых из университета в Мадисоне. Они смогли создать инновационную обувную подошву с объединением в нее генератором кинетической энергии. Особенностью этого проекта стало то, что подошвы используют принципиально новый механизм получения электроэнергии. Учеными был сделан предварительный расчет, который показал, что ходьба человека способна давать 10-20 вольт. На данный момент экспериментальные подошвы выдают 10-15 вольт. Это уже достаточно, чтобы заряжать мобильные устройства. Эта обувь находится еще в стадии доработки, но в ближайшее время намерены начать производство. Кто знает, возможно, в будущем нам не придется заряжать свои смартфоны обычной зарядкой. Достаточно будет выйти на прогулку, чтобы смартфон начал сам заряжаться.